Что мы должны сделать? Лево, вправо посмотреть и сечь. Дальше подъезжаем ко вторым же ДПС. Смотрим влево и как бы назад вправо. Прямо головой крутанули. Обратили на это внимание. Инспектор это увидел. Молодцы. В дальнейшем вы можете ехать по другому левому ряду, каждому по второму ряду. Устанавливаться вы можете везде на протяжении данного участка. Что мы здесь видим? Знак на протяжении 300 метров. Thank you.
светофора одного от перекрестка. Это пешеходные два торчат. Это у нас перекресток. Это тоже перекресток. Какое-то препятствие по первому, по второму ряду, перестраиваемся в правый ряд. Возникли только до последнего уедет, увидит. Здесь также везде можно остановиться. Продать ему, конечно, Солярис, но этого делать не будем. Пешеходов смотрим. Справа и слева у них поступит дорога. Опять здесь пешеходы могут быть. Если мне кто-нибудь скажет, что у людей нет денег, я покажу это видео. Слышь, как это? А раньше здесь воинская часть была. Территория. На выезд, мы на заезд. С поворотниками работаем тоже здесь, потому что кроме вас никто тогда не поймет, куда вы тут решили поехать. Вот. Стану тут загородили все. Уже знаки, видите, висят.